Здравствуйте! Иван Краско прожил достаточно бурную жизнь. За его спиной 4 официальных брака. Супруги подарили ему 5 детей, но ни с одной из женщин он не встретил старость. В 2015 году на первых полосах газет появилась громкая новость. Иван Краско женится на девушке моложе него на 60 лет. Поклонники артиста гадали, как скоро развалится этот брак. И были правы, с Натальей Шевель актер разошелся спустя 3 года после официальной регистрации. Тогда третья жена актера, Наталья Вяль, поселила экс-супруга вместе с сыновьями, а сама отправилась налаживать свою личную жизнь. Иван Иванович не забыл ее доброту и надеется отплатить по возможности. Некоторое время назад он получил дом в родной деревне в Артемяге Ленинградской области, но еще не переоформил недвижимость на себя. Родные боятся, что имуществом завладеет помощница артиста Дарья Пашкова. Однако он рассчитывает разделить наследство между самыми близкими. Еще не оформил, но если власти займутся, сделаю. Думаю, надо выходить на уровень губернатора Ленинградской области. Тогда хватит на всех, по комнате Ване, Феде, Наталье Николаевне. Почему нет, делится он с репортерами. Дарья Пашкова отмечает, что помогает пожилому артисту исключительно по собственному желанию и не претендует на какую-либо недвижимость. А на косые взгляды родственников подопечного старается не обращать внимания. «Я на самом деле не разбираюсь и не хочу в это лезть. Мне ничего не нужно, я помогаю как есть. Я хочу и буду помогать, пока меня не выгонят», — говорит она. Впрочем, скрыться от недовольных взглядов сыновей и экс-супруги непросто. «Я вижу, конечно, их раздражение. Понимаю, что чужой человек, и часто нахожусь там. Постоянно говорю, простите, что я здесь, но я просто помогаю, и все», – посетовала она. Стоит отметить, Дарья, как и 4-я жена Ивана Ивановича, значительно его моложе, разница в возрасте составляет 64 года. Ранее актер признавался, что хотел жениться на помощнице. «Я думаю, что все будет закономерно. 4 брака у меня было. Почему бы Даше не стать Краско вместо Пашковой? Думаю, что Дарья не будет возражать», — говорил он. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.